Казанском федеральном университете состоялось открытие офиса университета Канадзавы. Право первым переступить через порог нового кабинета получили ректор КФУ Ильшат Гафуров и вице-президент университета Канадзавы Еши Атани. Открытие офиса университета Канадзавы в главном здании КФУ – результат договоренности, достигнутой в октябре 2017 года, где представители КФУ встретились с президентом университета Канадзавы Кайетсу Ямазаки. Именно на этой встрече они говорили о создании на базе японского и казанского вузов офисов университета-партнера. В рамках открытия офиса обсуждали реализованные проекты и дальнейшие планы, ведь сотрудничество между университетами ведется уже более 30 лет. Все вопросы, господин Атани, которые были поставлены в рамках реализации нашего проекта совместного, сегодня идут, кажется, неплохо. На встрече присутствовали также и гости, представители японского университета Синсю. Я вас тоже приветствую. Да. И надеюсь, что мы с вами станем такими же добрыми друзьями, как и с представителями университета Канадзавы. Также напомним, что вице-президент университета Канадзавы Еши Атани принимает участие в первом симпозиуме «Фундаментальная наука и перспективные технологии для устойчивого развития в 21 веке», который проходит в Институте физики КФУ. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз.